Сильнейших спортсменов-любителей наградили. Сегодня в городе подвели итоги юбилейной 25-й зимней спартакиады. За медали боролись почти 600 участников. В этом году в 9 видах программы соревновались лыжники, хоккеисты и футболисты. Больше всего стартов в лыжных гонках, в том числе новый вид программы соревнований – эстафета предприятий. Упорная борьба за первое место традиционно развернулась между Центральным округом и Советским районом. В прошлом году лучшим стал Советский, а в этом спортсмены Центрального округа вернули себе первое место в общем зачете. Третье место заняла команда Октябрьского района. У нас вот Дарья занимается как раз в школе по лыжным гонкам. Старший сын, сейчас он в отъезде как раз на соревнованиях именно по лыжным гонкам. Мы занимаемся на базе Красного Знамени. Очень довольны, сын просто в восторге. Ну вот и подрастающее наше поколение тоже стремимся к победе. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!